Добрый день, дорогие мои подписчики. Сегодня по многочисленным просьбам я решила снять для вас видео вот такого красивого цветка, который называется в народе дерево счастья и дерево любви. Его называют этот цветок аихоризон. Это пустынное растение, спокойно переносит засуху, высокой влажности не требует. Вот еще у меня один такой цветок начинает тоже распускаться. Видите, какой красивый. Еще один. Три цветка у меня. Этот цветок зацвел на третий год. Отросточек мне подарила моя сестренка Вера. И я с тех пор его развожу. Вырастила такой цветок уже второй раз. Первый раз я вам покажу. Лет 6 назад он меня цвел. А этот зацвел на третий год. Эти цветочки расцветают. На второй-третий год начинают цвести. У меня зацвел на третий год. Вот видите, какая красота. Солнце он не любит. Любит, чтобы тенек был. Полива особенно он не требует, как кактус поливать. Его часто не надо. Когда отцветет, его нужно коротенько стричь и обильно полить. И он дальше будет продолжать расти. Всем спасибо за внимание. Выращивайте цветочки. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. До свидания.